В эфире программа «Новости нашего города». В студии Екатерина Котова. Здравствуйте. И далее некоторые темы выпуска. А снег плывет. Как поступать жильцам, когда управляющие компании не исполняют свои обязанности по уборке дворов? Получить загранпаспорт теперь можно в любой день недели. Миграционная служба изменила график работы. Сроки на исходе, а ремонт все продолжается. Когда детский сад «Ручеек» готов будет принять малышей? Начну с любопытной информации. Специалисты Росстата по итогам 2012 года признали Ноябрьск самым обеспеченным городом России по бюджетным доходам на душу населения. На каждого жителя, по подсчетам социологов, у нас приходится по 69 200 рублей. Новый Уренгой уступил Ноябрьску совсем немного, заняв вторую строчку рейтинга с показателем 69 100 рублей. Эксперты оценили преимущества Ноябрьска в высоких среднемесячных зарплатах по сравнению со средним уровнем в России и по благосостоянию жителей. Также Ноябрьск лидирует по среднедушевым инвестициям, по объемам субсидий и дотаций из окружного и федерального бюджетов. По затратам на ЖКХ Ноябрьск занимает третье место среди городов страны. Между тем, все тот же Ноябрьск никак не может справиться со снегом на улице. Во дворах сугробы по колено, на крышах снежные завалы и свисают сосульки, под окнами метровые снежные кучи, а проезды во дворах больше напоминают трассу для экстремальной езды. О том, как поступать жильцам, когда управляющие компании не исполняют свои обязанности, в рубрике «Нам здесь жить». К дому 13В по изыскателей наша съемочная группа добралась чудом. Проехать сюда практически невозможно, снега валом. Жильцы трехэтажки говорят, что трактор за зиму здесь побывал дважды. Все остальное время, шутят люди, они устраивают соревнования по спортивному откапыванию автомобилей. У нас в нашем дворе, в общем, снег как выпал, люди все толкают, машины застревают, а коммунальщиков не дождешься. Последний раз в январе месяце. Чистили. Постоянно звоним, узнаем, все обещают. Допустим, последний раз обещали вот в марте месяце. Сегодня уже на данный момент апрель. Причем по двору трудно не то, что проехать. Порой здесь и пройти невозможно. Особенно тяжко препятствия преодолевать мамочкам с колясками. А еще за этим домом есть детская площадка. Правда, чтобы попасть на нее, для начала необходимо здесь расчистить дорогу. Но, видимо, кроме самих жильцов, это никому больше не нужно. А вот здесь на Космонавтов 51 и того интереснее. За всю зиму, говорят люди, почистить здесь было некому. Ну вот только откопали вот эту вот. В воскресенье замело опять по новой. Все, приехавший. Угу. Ну, товарищи сами вот с горем пополам откапываются. Ну, на этом я еще могу уехать как-то. А сейчас вот это вот подквасит немножко и я встряну. Снег, как известно, вещь непостоянная. Скоро начнет таять активнее и тогда... У меня болотники есть. На всякий случай. До бетонки дошел, переобулся, болотники под мышку и пошел. В общем, чувство юмора – это, наверное, то последнее, что в этой ситуации спасает. Надежда иссякла, терпение тоже себя исчерпало. Бороться с обслуживающими организациями в этом вопросе сетуют люди, равно что с ветряными мельницами. Как ни крути, толку нет. Денежку собирают, куда-то денежка девается. Неизвестно, непонятно. Хотя специалисты говорят, бороться с бездействием управляющих просто необходимо. Нарушением являются именно навесы, наледь и сосульки на козырьках балконов, над подъездами и по кровле. То есть просто наличие снега на кровле – это не всегда считается нарушением. Дальше есть два варианта развития событий. Первый – написать в ГЖИ заявление. На проверку и подготовку всех документов у специалистов уйдет примерно месяц. И второй – более трудоемкий, но и результат гораздо эффективнее. Жильцам рекомендуют составлять акты, в письменном виде фиксировать нарушения и желательно подкреплять их фотоснимками. Акт, где будет зафиксирован все-таки факт правонарушения, имеют право нам предоставить, и все-таки это будет возможность жилищной инспекции привлечь виновное лицо к ответственности. Максимальное на юридическое лицо – это 50 тысяч, а должностное – это 5 тысяч. Но это то, что касается уборки снега с крыш и проезда в детские площадки, вопрос отдельный. Здесь необходимо внимательно изучить договор с управляющей компанией. Если этот вид работы там прописан, значит смело обращаемся с жалобой.
Надо знать, по крайней мере, с какой организацией заключен договор. Потому что сколько людей звонят, у нас нечищена территория. Какая у вас управляющая компания? Мы не знаем. Ну как это вы не знаете? Вы не только должны знать, какая управляющая компания, но и должны знать, сколько раз они должны чистить, сколько они вам эту услугу должны оказать и какую именно услугу они должны вам оказывать. В конце концов, все, что должны выполнять управляющие компании, и все, что они не выполняют, измеряется в денежном эквиваленте. Так что стоит обратить внимание на то, кому и за что мы платим деньги. Ксения Епишева, Александр Иванов, Виталий Харченко и Григорий Короптев. Новости нашего города. Добавлю, ситуация с домами на космонавтов 51 и 22, а также изыскателей 13В теперь на контроле специалистов администрации города. В ближайшее время специальная комиссия проведет проверку этих дворов и вынесет соответствующее решение в отношении обслуживающих организаций. Кстати, сегодня комиссия от муниципалитета и представители государственной жилищной инспекции выборочно уже проверила несколько дворов. Понятно, что ничего нового не увидели, снег с крыш и на придомовой территории не убран и здесь. Представителям управляющих компаний были даны поручения об устранении недоработок, а если к замечаниям проверяющих коммунальщики не прислушаются, то будут привлечены к административной ответственности. На текущий момент видно, что на части крыши имеет место быть скопление снега. То есть управляющая компания должна производить очистку снега во избежание, так скажем, причинения вреда здоровью. Будут составлены акты совместно с жилищной инспекцией и приняты соответствующие меры к организациям, которые не выполняют требования по очистке крыши. И еще один нерешенный злободневный коммунальный вопрос. На заседании постоянных комиссий народные избранники отправили на доработку список муниципального имущества, которое подлежит приватизации. В данном случае речь снова идет о газовых, электросетях и сетях теплоснабжения, которое уже 2 года пытается приобрести общество «Энергогаз Ноябрьск». Все подробности у Ирины Потехиной. Напомню, на одном из последних заседаний депутатских комиссий тюменская аудиторская компания представила отчет о том, в каком состоянии находится коммунальный комплекс Ноябрьска и во сколько обойдется его модернизация. Америку, конечно, не открыли, о залатанных трубах и так всем давно известно. Но вот сумма, которая нужна для реконструкции инженерных и электрических сетей, на строительство новых котельных и так далее, всех впечатлила. По плану тюменских специалистов, за 3 пятилетки в коммунальное хозяйство надо вложить 33,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с 3 годовыми бюджетами Ноябрьска. Одним из оснований включения объектов муниципальной собственности в программу приватизации является необходимость вложения значительных средств в ремонт и восстановление объектов. Где брать такие финансы, вопрос до сих пор не решен. Муниципалитет признает, что скрипящую коммунальную махину ему не потянуть и таких денег на ремонт не найти. Округ тоже золотых гор не обещает. И единственный выход, который предлагается властями местными и ямальскими – приватизация. Принять это непростое и, в общем-то, судьбоносное для города решение депутатов пытался убедить директор департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала Михаил Гилев. Этот узел надо разрубать. Дальнейшее развитие, то есть 33 миллиарда, это очень достойные деньги. И, к сожалению, округ физически не в состоянии. Мы ни в коем разе не отказываемся, естественно, в рамках и подготовки к ОЗП, и в рамках адресных инвестиционных программ, настолько, насколько возможно, мы насыщаем муниципалитет. Объем финансирования сейчас достаточно огромный реально. Только на подготовку к зиме тратим больше 1 миллиарда рублей, а ИП состоит из десятков миллиардов. Но, к сожалению, даже этих денег физически не хватит, чтобы покрыть потребности каждого города. Между тем, возможный инвестор общества «Энергогаз Ноябрьск», которое уже 2 года пытается убедить депутатов в своих честных намерениях по отношению к Ноябрьску и его коммунальной инфраструктуре, добро на приватизацию сетей получить никак не может. Даже прежнее обещание вложить в коммуналку 5 миллиардов рублей в ближайшие 5 лет не привело ни к какому результату. Плюс законодательные нормативы, согласно которым не все муниципальное имущество может стать частным. Буквально к последней комиссии, руководствуясь нормативными актами, а также рекомендацией городского прокурора, НГД исключила из прогнозного плана приватизации центральные теплообменные пункты. Тем не менее, решения по наболевшему вопросу до сих пор нет. Ирина Потехина, Григорий Куроптев, новости нашего города.
Управление Федеральной миграционной службы по Ноябрьску перешло на новый график работы. Соответствующее распоряжение подписано на уровне округа. В течение 2 недель сотрудники ведомства будут работать без выходных. Кроме того, увеличились и часы приема граждан. В первую очередь это связано с традиционным наплывом людей, которые собираются летние каникулы провести за границей. С полным графиком работы ведомства можно ознакомиться на его официальном сайте. Адрес вы сейчас видите на своих экранах. Нас перевели на особый режим работы на 2 недели, с 1 по 14 число. Отдел работает до 8 вечера без выходных. Мы выдаем паспорта и воскресенье, понедельник с 9 до 8 вечера с перерывом на обед с 1:30 до 2. Платить за учебники родителям ноябрьских школьников больше не придется. Об этом заявила начальник городского департамента образования Надежда Гудкова. Она отметила, что для школ закуплено 38 тысяч комплектов. Сумма покупки превысила 9 миллионов рублей. Еще около 2 миллионов ушло на приобретение художественной литературы. Таким образом, учеников на 100% обеспечат учебниками. И, как подчеркнула Надежда Гудкова, в будущем учебном году невозможно. В одной школе с родителей на эти цели денег брать не будут. Исключение может составлять только учебная литература для элективных курсов. Добавлю, по словам начальника департамента, некоторых школьников также обеспечат учебными тетрадями. Речь идет о первоклашках и детях льготных категорий. Фонд общественного мнения на этой неделе задался вопросом о том, каким наукам россияне проявляли наибольшую склонность, когда учились в школе. Так вот, большинство утверждают, что им нравились уроки математики. Из того, что проходили, почти всем пригодились в жизни базовые арифметические операции. Умение подсчитывать дроби и проценты пригодилось 53% опрошенных. Геометрия – четверти опрошенных, а знание логарифмов, интегралов, производных не применялась во взрослой жизни практически никем. Тем не менее, большинство опрошенных считают, что школьная программа по сложности была такой, какой нужно, и лишь 16% полагают, что она была слишком трудной. Во что выльется ручеек? Ноябрьский детский сад под таким названием вот уже полгода как закрыт на капитальный ремонт. Напомню, это не совсем обычное образовательное учреждение. Здесь обучаются дети с нарушением зрения. Сейчас, говорят строители, основная часть работ уже выполнена. Однако в установленные сроки уложиться вряд ли получится. Почему? Узнавал Кирилл Мигель. Вот так ручеек выглядел еще прошлой осенью, а эти кадры сделаны буквально вчера. Ловкость рук строителей и никакой магии. На комплексный ремонт детский сад встал летом 2012-го. Истекли полгода, а подрядной организации уже есть чем похвастать. Сантехника у нас, в принципе, завершена где-то процентов на 80. Электрика, ну, делается, ну, тоже процентов 60 уже сделано. Вентиляция осталась у нас на кровле и оборудование в подвале. А поэтажно уже все проведено. Капитального ремонта здесь не было еще ни разу, говорит начальник департамента образования Надежда Гудкова. И это при том, что детский сад ориентирован на детей, у которых есть проблемы со зрением. Конечно, поддерживать учреждение в более-менее пригодной, так сказать, форме старались. Но косметический ремонт – своего рода грим. Он лишь скрывает недостатки, а не устраняет их. Мы сохраняем всю аппаратуру, которая есть. Мы ни в коем случае не будем менять статус этого образовательного учреждения. И, соответственно, как внутри помещения мы пытаемся сохранить и сохраняем все, что требуется для медицинского обеспечения этих детей. И, соответственно, на улице все уличные комплексы будут согласованы с Роспотребнадзором и соответствовать всем санпиновским нормам именно вот для таких детей, которые посещают этот детский сад. Особая тема – нормы Роспотреб и Госпожнадзоров. Чтобы соответствовать им, пришлось расширять дверные проемы, приводить в порядок электропроводку, полностью переделывать пожарные выходы. А когда вместе с потолочком, вместе с полами будет все это, уровень соблюдается, все будет нормально. Я думаю, будет хорошо.
На стадии завершения черновая работа. На благо подрастающего поколения трудятся кафельщики и маляры-штукатуры. Работу подрядчика контролирует дирекция муниципального заказа. Проверки здесь – дело привычное. Это и не мудрено. 96 миллионов бюджетных рублей. Именно в такую сумму изначально оценивался капитальный ремонт детского сада. Правда, во что этот ручеек выльется в конечном счете, пока сказать трудно. Изначально в смете не были заложены средства на ремонт кровли и наружных теплосетей, а это тоже немалые деньги. Когда не было демонтажа, кажется, все было нормально. Только провести такие конкретные работы. Ремонт и все. А когда раскрыли, тут нужно было и укреплять плиты, и разбирать перекрытие, и саму кровлю, видите, тоже была в плохом состоянии, что пришлось сделать всю кровлю нам сейчас, изменения в проект вносить. И, в общем-то, очень много дополнительных работ возникло. Но мы все это порешали с подрядчиком и наша организация. И думаю, все нормально, хорошо будет. Вопрос лишь в том, когда. Сейчас строители заканчивают фасад, однако завершить работу не позволяет все та же кровля. Оформление документов, подготовка проекта. В общем, приступить строительная фирма смогла совсем недавно, а на ее ремонт уйдет месяц-полтора. По контракту закончить капремонт здесь должны уже в июне. Однако, говорят строители, с учетом дополнительных работ, это просто физически невозможно. Свои двери детский сад «Ручеек» распахнет не раньше, чем этой осенью. Кирилл Мигель и Александр Иванов. Новости нашего города. Однако в департаменте образования все же надеются, что работы будут завершены в срок, так как уже в мае отремонтировать планирует еще один детский сад «Золушку». Прогнившие оконные рамы, обшарпанный фасад. Капитального ремонта здесь не было еще ни разу со дня основания. В более-менее приглядном виде учреждения стараются поддерживать сами педагоги. Конечно, если с ручейком в установленный срок справиться не получится, а именно туда планировали перевести часть детей из «Золушки», их разместят в других дошкольных учреждениях. В летний период мест в ноябрьских детских садах предостаточно. Однако сама по себе, говорит Надежда Гудкова, практика сдачи объектов позже оговоренной даты – традиция не из лучших. Мы хотели бы думать и надеяться на то, что своевременно откроется детский сад, поскольку на стадии рассмотрения другой детский сад мы закрываем на капитальный ремонт «Золушка». Ноябрьские спортсмены сегодня отправились на соревнования по пауэрлифтингу в Краснодар. На соревнованиях такого уровня Ноябрьск представит 5 именитых спортсменов, среди которых, кстати, есть и женщина. Вернутся с соревнований пауэрлифтеры уже на следующей неделе. Добавлю, что улетели они с боевым настроением. Я лично буду выступать до 100 килограмм и в возрастной группе среди мужчин 55-59 лет. Настрой хороший, постараемся достойно представить Ямал и наш любимый город на этих международных соревнованиях. Настроение боевое, цель победить, занять первое место. Хотелось бы, конечно. Будем пробовать, будем пытаться. Таковы новости среды. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего доброго и до завтра. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Четвертого апреля в Салехарде небольшой снег. Ветер северо-западный, температура 5 градусов мороза. В Муравленко облачно, временами дождь. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура плюс 1 градус. В Ноябрьске дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура 2 градуса выше 0.